Всем привет, дорогие друзья, с вами снова ДНХ, и сегодня мы будем играть в Hunting Simulator. В принципе, можем сегодня с вами поохотиться на многих локациях. Мы будем сегодня с вами охотиться на волка. Волк находится на огромном количестве локаций, то есть прямо на огромном количестве локаций. И мы можем охотиться, в принципе, на многих локациях, то есть их присутствует приблизительно, наверное, 5-6 локаций. И мы сегодня с вами будем охотиться в Казахстане, так как тут волки, кабаны и две птицы. То есть поохотиться здесь будет гораздо проще. Здесь, кстати, волков довольно-таки много. Еще можно поохотиться в Гренландии. Там тоже очень много волков, но там есть еще медведи. Там реально много волков, и там трудно охотиться, тем, что очень много оврагов. Волки могут выбежать из любого оврага и, в принципе, вас убить. Но будем сегодня в Казахстане охотиться, потому что здесь нету такого большого количества оврагов. Здесь кусты есть, конечно же. Но все-таки мы будем в открытом поле, и кусты будут позади нас. И будем смотреть, чтобы оттуда не выбегали волки, и будем на них охотиться. Так, ну и нажимаем старт. Выбираем с вами же винтовочку 338. Ну, бинокль, естественно, наверное, возьмем. X2, X4, X8, потому что хороший бинокль. Естественно, у нас здесь есть накидка. Вот эта вот накидка используется. Это, кстати, самая такая наилучшая, по-моему, накидка, если я не ошибаюсь. Ну, я имею в виду самая хорошая. Еще за 2000 можно вот эту хорошую накидку купить. И у нас, в принципе, все хорошие накидки будут куплены. Фонарик нужно еще, естественно, на оружие купить. И такой фонарик. Потом охотиться будем на крокодилов. Ну, в принципе, больше ничего не надо брать. Берем винтовочку, бинокль и накидку, чтобы нас так не было видно. Ну, и дом. Сейчас расскажу, как вообще охотиться здесь, в Гренландии, в Казахстане, как здесь охотиться на волков, чтобы не попасть именно в рот волку. То есть, видите, мы с вами находимся на открытом поле. Вокруг у нас горы и очень много кустов. Волки, по сути, могут быть в любых кустах, то есть прям вообще в любых. Когда вы заспамиваетесь, смотрите просто любые кусты. Через бинокль проверяете любой куст. В кустах просто могут стоять волки. Вот это самое наичистейшее место, где находятся волки. Здесь вот прямо в кустах. То есть сейчас посмотрим, они там должны быть. Должны 100% быть. Как не попасть в рот волку? Просто-напросто нужно сидеть, включить более звук на полную катушку, чтобы было слышно волка. Если он вдруг завоет, вы сразу же оборачиваетесь, смотрите. Так, у нас бежит волк. Есть первый волк, ребят, там вот второй есть. Это завой. Это завой, возможно. На нас сейчас набегут. Так, присаживаемся. На волков, кстати, охотиться реально очень трудно, потому что это хищное животное. Кстати, ветер на волка идет, это очень плохо, вообще прямо на него идет, и он нас чуть быстрее, гораздо быстрее. Ну, то есть волк вот он находится в 20 метрах. Ребятки, на нас бегут два волка. Прямо перед нами. Там есть еще один волк. Присаживаемся. Ну, то есть, учуял нас вот этот волк практически. Быстро довольно-таки. Ветер хоть не на него шел, но он нас учуял. Был близко от нас. И потом следом за ним побежал второй тот волк, на которого ветер. Так, сейчас второй учуял. Точнее, даже не учуял, он от нас бежит. Так, он от нас убежал. Там еще и кабан вышел, ребят. И вот птица, ё-моё, дичи много. Кабан 35 метров все это находится. Выстрел можно попробовать выстрелить, но навряд ли мы попадем, конечно. Но мы, в принципе, охотимся на волка, но застрелить, в принципе, кабанчики здесь уже хорошо. Всего лишь два. Это лишние преграды. Это раз, если вы выстрелите, ну, постреляете всех двух кабанов,
это будет гораздо лучше. Потому что кабаны вас также могут убить. А если они вас убьют, то тратить на лечение это не очень хорошо. И они, кстати, здесь редкие, кабаны черные. Я не знаю, убил я. Нет, я не убил, вот теперь точно убил. Лег. Лег кабанчик, видите, они прямо черные здесь. Редкие были кабаны. Вышел из кусков вальтона. Вот мы с вами стаю волков. Вон тот бежит. Раз, два волк. И тут у нас кабанчик валяется. Там он еще волк. То есть охотиться вообще на волков очень легко. Их очень часто видно. Вот смотрите, сколько там. Вон он. Их очень много. Их очень много, и охотиться на них довольно-таки просто этим. Но чем плохо, тем то, что могут убить. Ё-моё, ребят. Если вдруг на вас бежит волк, вы не можете выстрелить, то просто уходить с вами. Смотрите, как там волков. Это плохо. Это мясорубка будет еще так. Так, на нас бежит волк. На нас бежит волк. Так, мы его застрелили. Тут нас двойка, хорошо. Кстати, волки очень довольно дорогие. То есть нужно у них немножко нахватывать. Так, все хорошо. Забираем наших волков. На локации еще 14 волков. Нас убили, ребятки. Я даже не слышал этого волка. Он где-то со спины, наверное, зашел просто. Даже не услышал его просто. Ну, пришлось нам потратить 190 серебра на лечение. Это, конечно же, много, но и в то же время не совсем-таки много. Кстати, хотелось бы, чтобы волков пострелять побольше, чтобы получить кубок. Первый кубок за волков, то есть надо убить 100 волков всего и получите кубок. Когда 50 животных убиваете, вы получаете медальку. Когда 100 убиваете, вы получаете первый кубок. Когда там, по-моему, 200 или 500, я не помню точно, убиваете животных, вам еще второй кубок дают к этому животному. И таким образом далее. Ну, в принципе, вот так вот. Ну, поохотились мы с вами сегодня на волков. Это было довольно-таки интересно, но в то же это время, ну, фарм довольно-таки хороший на них идет, но это очень трудно, потому что волков очень много, вы не уследите за ними. То есть я даже не услышал, когда он зарычал, когда он завыл, и просто я упал, и все. Меня убили сыны где-то. Я же не увидел его. Ну, в принципе, ребятки, вот так вот. Охотиться, в принципе, на них довольно-таки трудно, но добыча от них идет, ну, серебра от них идет, в принципе, очень хорошо. Ну и, в принципе, вот так вот я рассказал вам, как охотиться на волков. Близко к ним тоже нельзя подходить, потому что если стая какая-то будет, вы будете пока одно убьете, другой к вам уже подбежит и вас убьет. Когда их много, охотиться лучше не стоит. Лучше как-то по одному, ну, убивать по одному, то есть когда они начнут расходиться от стаи, ну, стая больше, ну, расходиться начнет, вы убиваете одно, и потом уже ко второму и так далее. То есть, когда они все вместе, толпа 3-4 штуки стоят, когда вы одного выстрелите, они все на вас побегут, вы не успеете всех выстрелить и убить. И, естественно, вы погибнете, или вам придется выходить из игры быстро, чтобы вас не убили и не тратиться на лечение. Ну, и, в принципе, на этом, ребятки, все. Подписывайтесь на канал, с вами был Дэн Хай, мы играли сегодня в The Hunter. Хантинг симулятор еще называется. Ну, в принципе, ребятки, все. В следующий раз, я думаю, мы с вами поохотимся на крокодилов. И если это вам интересно, ребятки, жмякайте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.